Такая прикольная улица. Это на следующий день. Не получается. А кто узнает? Зайдем в такую маленькую церковь. Рядом с большой. Что же там? Тоже, наверное, старинный, 1000 лет. Еще этот крест византийский. Вот это я. Вот так вот здесь. Это маленькая церквушка. Вот, ну что, еще идем дальше. Очень хорошо они шевелят ногами. Смотрите, как. Солнце. И собака. Ну что, идем дальше к пантеону. Попытаемся сегодня дойти. Мы добрались до Акрополиса. Но нас не пустили. У меня есть мороженое такое. Аня. Ну. Коктейль молочный. Сказали, пейте здесь на входе, а потом лезьте на эту гору. Таша, придется быстро доедать. Это исторический. Рассказывают про это, по-моему, амфитеатр. Да, ну камни, камни. Вон тут дорожка старинная была. О, выходили они так, ходили туда. Поднимаемся в гору. О. Сегодня парень, да? Вот и кофту приходилось, смотри. Угу. Да, она прячет свой коктейль. Контрафакт. О. Как же они тут ходили, да? Еще в тяжелых этих всяких латах. Чтобы сойти сюда, как иностранцу, нужно заплатить 20 евро на человека. Вот. 20
евро насмотреть. Да, сейчас мы пытаемся насмотреть этих камней на 20 евро. Вот. История, конечно, да, но что-то как-то камень и камень. Как ты в горы поехал, только бесплатно в горы. Вот, дошли на очередную точку локации. Тут, наверное, тоже была вся застройка. Это город был здесь вообще-то старинный, я так понимаю. И внизу жили самые бедные, а здесь жили боги. Это люди, которые с бабками были. Ой. Вот. Русской речи не слышно. Можно сказать, вообще. О, вот амфитеатр большой. Там был малый, а здесь большой. А нас выгнали, что мы с мороженым и с шейком. Обнаглели эти туристы. Я в шоке вообще тоже. Никакой культуры. Тут? Заходите? Да. Безобразие. Ты находишься в колыбели. Да. Архитектуры. Тут жили боги. Я боги говорю, жили, а тут боги жили. А что такое боги? Это люди с бабками. Красиво. Так давай посмотрим. Двигаемся дальше. Все, поднимаемся выше и выше. Да, пойдем. А это оливки. Вот они пришли сюда, посмотрели театр, сорвали оливку. И все, мы двигаемся в саму этот, как его, Акрополис. Тут так скользко. Но у тебя должны были быть противоэти. Помнишь, где у тебя скетчерсы? А сегодня, да, купился, а ты здесь. Смотри, какой город большой. Вот там вот. Очень большой город. О, двигаем. О, уже практически на самую верхотуру зашли. Афин. О, какие церкви там видны. Он реновирование в 1985 году. О! Где? Вон. Да, просто на гору. Очень опасные эти штуки, можно упасть. О. Да. Очень опасная. Вот именно здесь. Ну, мы пойдем. Ой. Поэтому здесь не ходите. Ходите сбоку. А, видишь? Смотри. Что, скользко? Да, смотри. А что? У меня нет. Ну, вот тут как-то прошел. У меня не скользко. Это нифига. Да. Это мрамор. Вот сколько народу. И что, никто не упадет? Ой, он правильно спускается. Ну что, смотреть особо нечего, но народу и каждый по 20 евро отдал. А здесь написано, что очень скользкие ступеньки. А, здесь написано, очень скользкие ступеньки. Вот. Ну что, заходим. Сам Акрополис. Я не вижу. Где? Вон, быстро, быстро. Ой, не вижу. Круто. Ну что, идем все выше и выше. Сейчас будет скоро самая высшая точка Афин. Ой, здесь хорошо, кто продувает.
Ну, это еще не, мы не дошли до конца. Ну что, похоже, что здесь боги жили? Вот они восстанавливают их. Ну, полетел. Ну, туда надо идти, там будет центральный вход. Вот, смотри на меня. Вот. Очень прикольно. Вот так вот все видно, только солнце шпарит. Вот. Там у нас город. И там у нас город Афины. И там у нас. Вот мы на вершине. Там вот где флаг, самая высокая точка. И здесь соревновация идет. Интересно. Ну что, рассказывать особо нечего. Можете, каждый может залезть. Да, в интернете все найдете. Да, все прочитайте. А мы просто здесь были. О, вот он вход. Очень много разных языков. И даже были русские. Очень мало. Вон туда надо залазить, на эту горку. Где же наши? Вот, надо сделать такой вид, вот. Давай. А потом Алиса меня. И у меня такие прямо как с портфолио. Ой, я тебя плохо сфотографировала по сравнению. Почему? Со мной. Потому что ты взял вот так, а я нет. Я а небо тоже брал, да. Давай с небом. Вот пушка старинная, ее разорвало, и вон там ядро застряло, видите? Вот кто-то пострадал. Именно тот, кто? Да, кто заряжал. В храме Зевса. Конечно, тоже разрушен. Но пытаются восстановить. Сейчас мы пойдем еще. Через эту попытаемся снять вам. О, вот он, храм Зевса. Одни колонны остались. Ну, пытаются восстановить немного. Достаем. Ну что, пошли? Да. О, тут, кстати, хороший вид. Да, хороший. Сейчас фоткать? Давай. А вот там, кстати, вон гора оттуда, вон, кстати, видно. Сам Акрополь. Что, пришли посмотреть, как меняется караул у президентского дворца. Вот они, ребята. Вот, уже приготовились меняться с помпонами. Правда, еще ничего не делают. Все ужими. О, видишь, как вот. О. Пошли. О. Ой, как они интересно. Ну, и отточенные движения. Ой, за каким же следить? За правым или за левым? За правым. Ой, руки там что-то он выдвигает. Он как в театре. Интересно, бац, и тапочек упал. Нет, сейчас же другие придут. Вот поворачивается медленно. Ну. Ой. Ой, ё-моё.
Сегодня планируются большие митинги в Афинах. Уже подготовили автобусы. Автобусы до автозак, куда будут сажать людей. Вот. Вот это как раз где задерживают всех. В Беларуси таких запихивают. И в России. Вот тут уже много. Сегодня здесь большая забастовка, сказали нам. По секрету. А мы идем к парламенту. И на такси ехали. Да. У меня опять жарко. Ну, мне все. Аня, тебе жарко. Зачем? Мы же к парламенту идем. Зачем нам переходить на ту сторону, если мы хотим посмотреть? Тут какие-то пошли высокие люди. Ну вот. Пришли к парламенту. И опять кошки сидят. Но... О. Ой. Что там? Вот земля, охранники стоят. Главный охранник такой открывает шлагбаум. Но. И такой. И смотрит на меня, думаю, потом на машину какую-то так смотрит. А, вон какие-то пацаны. Ё-моё. Вот они. Здесь. Дальше, дальше. Их вообще нет. Никаких, даже не стоят. Нет, нет, нам туда. Это же задний ход. Задний, вон это там улица. Центральный. Нет, нет, нам туда, там площадь есть, парламентская площадь. И нам туда. Мы просто сзади подходим. Там куча охранников стоит. Видели? Даже спец какие-то, дядьки. Люди с бейджиками. Вот у них деревянная, кстати. Хорошо сделанная. Ой, дверь открывается. И оттуда черепашки-ниндзя выскакивают. В случае чего. Вот красиво. Это там они с центрального ушли. Мы сейчас пойдем. Вот они хорошие идут. Ой, как они. Серьезно. Пошли смотреть, где они стоят. Вот. Куча полиции. Вот они там стоят и ходят. Вот сюда мы должны. Вот это узнаю. Что мы сюда правильно пришли. Где почетный караул у парламента. Вот площадь. Здесь вот здесь вот ходят митингующие. Останавливают все машины. И там бросают бутылки, там фейерверки. Ну такое. А еще? Вот. А вот они стоят. И только что сменился. Мы опоздали. А может быть и нет. Ну, не зря они стоят. Что-то... Вот здесь вот красиво все. Нет, там было красиво. А, вот он что-то ему поправляет, смотри. Он ему поправляет шапочку, поправляет все. А если зачем? Нельзя. Ничего, стоять. Ничего нельзя делать. А он? А? Ну. Вот он какой. Смотри, морпех. Мы в метро. Ой, не метро, в такси. Да, не метро. Хотели метро, посели такси. И едем в аттракцион парк. Так что смотрите, как мы
будем кататься на аттракционах. Алиса, ты на каких аттракционах будешь? На американских горках. Да, хорошо. Ну, посмотрим. Ага. Да, хорошо. Ладненько. Давайте всем. О, BMW X6. Ой, тут у вас еще. Так что едем. А тут какой-то еще театр, наверное. Но готовы они упасть. Полетели. И маленькая скорость. Там не страшно. Вообще. Ну что, приехали мы в парк аттракционов в Афинах. Ну пошлите походим, походим. Да? Я пока не... Я не понимаю пока принцип оплаты. Только это еще... О, мужик будет бить, смотрите. О! Куда я? А. Да? И девушка, ну, сейчас посмотрим. Ну, мало. Ну нет, на каких-то по одному разу. Да. А за 26 это бесконечно по-любому. Ну вот, дождались. 360D мультик. Ой, что-то они там кричат. О, один раз перевернули. Ну, а что они так делают? Ну? Непонятно. У них какой-то спокойный мультик. Ну вот, Серж сейчас будет падать. Я тут! Он без очков и не видит меня. Это я. Классно, нет, увидел. О? Ну, сейчас посмотрим, как это все.
Падает. Так, где наши ноги где-то? Ноги пропали. Ладно. Ну так. Достаточно высоко поднимается. И очень громко. Опа, упали. Ну, ощущения, наверное, классные. Пока. Ну вот, сидим и ждем. И поехали. Это кофе. Так, уже качает. Вон там Серёжа. Там уже по ощущениям так. Тоже. О! Да, не хватает. Да никто не орёт. Держится. Ой! Ой! О! Ноги, ноги, смотри, как у них. Ого! Ну, в зоопарке вот. Аня-то кидает черепашки. Ну, как кинь черепашку. Не бойся, она не кусается. Ну, о, какая. Черепашка. Ну, видишь, как интересно. Поплыла. Электрическая. Да? Интересно, да? Да. Пока никто не ругается, можно покидать. Ну? Поплавать. Ой, сейчас я потрогаю. Ой. Вот она. А? Что? Они переносят все много. Ой. У вас сегодня такой. Да. О, как курица. Вон она съела. Чему? Алиса, дай ей просто руки подожди, прямо. Да, подожди, Алиса. Алиса, подожди. Вон она ест. Что, кормим туканов. Ну, хорошо ест. Он очень нежный. Да, он классный. Ой. Ой, упала. Смотрит одним глазом. Этот красивый. Вон, ловит. Вот красота какая. Ну, такие прикольные птички, да? А, не. Калао Пенелопе Фидес. Он еще кричит. Кто же это такой? Смотри, какой у него. Красная. Голова. Голубые глаза. Ой. Что же это за зверь такой большой? Ой! Он прыгает! Интересный. Я таких вообще не видел. Очень прикольные птицы. Тут посмотри. Ань, смотри, какой он красивый. Ой, красиво, скажи, а у него клюшка где-то пошире, да? Вот он мягкий. Ань, посмотри, сидит. Смотри, какой клюв у него красивый. Он тут только что сидел. Он сейчас прилетит. Смотри, он смотрит. Он клюшек все время прилетает. Смотри, как он на голову.
Ну? Ой. Ну ты из попугаев, да? Похож на попугая. Он подбирает, смотри. А эти звук, вы его не кормите? Он тоже звук, мальчик. Ну этот вообще красавец. Смотри, этот тоже берет. А, точно. У этого тоже точно. Ресницы смотри, есть. Какие у него ресницы. Какие-то настоящие птицы вообще, скажи. Какие-то как сделанные. Он еще и разговаривает. Какой-то сен ей дал. Ну все, я ей дал. Ну все, он ни одного не съел сам. Да. Может, она на яйцах сидит, на кладке какой-нибудь. А это теперь возмущен. Что, Аня кормит козочек. Сколько тебе? А маленький не хочет. Но. Ой, какой он. Это старенькая. Угу. Мне такая же. Макаки. Целая семья. Ну, что-то чешут. Ой, он там что-то прямо выковыривает тут друг друга. Τι χελονίτσες είδες? Ω, πατού οι χελονίτσες. Κοίτα πόσες χελονίτσες γύρω γύρω. Α, γιατί ήταν, νιές. Кстати, мух нету, да? Нигде, вот только в глазах у него. Он такой не мягкий, твердый, потрогай шерсть. Да. Да? Такая как... Вот уши. Теплые уши. А, хорошо ему. Да. Животики? Можно. Порядка может грызнуть. Не специально. Ой, еще хрумчит. Верблюд. Готовится плюна. Смотри, верблюд, наверное, тоже хочет травку, но верблюда мы не будем. Давай, ослик, дай. Отпускай. Молодой какой-то верблюд, а? Вот такие разные хрюшки. Ой. И чавкают. И чавкают. Одна грязь у них. И хвост еще у тебя какой. Фу. Thank you.
И там олигарх, Волк. Спрятался за трубой. Идет сюда. А это летучие обезьяны. Страшные. Вот такие вот. Спят. Ой, покрылые. Ой, он там еще языком движется. Лемурчики. Хорошие лемурчики. Ой, какое ты хорошее. Ой. Ой. Ой, классно. Он на меня сел. Ну, будешь фоткать меня? Да. Ой. Не как макаки, только не какают. Не какают? Надеюсь. О, вот это очень позитивно, конечно. Бесплатно. Андрей, ну, а эти вон дерутся, Ой, побежала. Настя! Ну, бери его. Он хороший. А, нет, не хочет. Убегает. А. Это не кот. Не кот, не хочет. Ну, все его трогают. Лапки такие. Собрал всех бананы, ест. Сейчас на него налетят, смотрите. Все как в жизни. Он скакал опять. Скажу, буду есть один. А эти? Да. А тут такие вафельки дают. Вот они так жарятся. А, очень прикольно жарятся, смотрите. Кто-то хочет попробовать? А вкусно пахнет. Чего только нету. И красиво оформлено, да? О, только кушай. Очень вкусно. А вот они так выходят, смотрите. А там еще конфеты. А это мы пошли гулять. Посмотрите, что творится. Это старинный город Афин. Вот так они наслаждаются жизнью. Вот это так надо отдыхать. Вот посмотрите, как они отдыхают. Ой.
Вот так тут отдыхают в субботу. Афины, где живет 3 миллиона жителей. 3 миллиона – это практически 2 Латвии или практически 1 Литва в одном городе. Вот так они кушают. Они все довольны. У них нет проблем. У них клубника по евро 69. Помидоры по евро. У них все по евро. Я не знаю, сколько у них зарплата. Но это круто.